Помощь военным. О, гаснет лампочка вообще. Да, сейчас погасло. Так, я понял, его надо украинизировать, он сразу заведется. Да надо его надежно прикрепить. Да плюнуть на него хорошо бы, я так промазал. Шашок крутнуть? И все. Аккумулятор? А что со стартера ручного не заводится? Тогда я объеду вот так. Наверное, слабо крутишь. Объедешь? Ну, я тогда объеду. Может, задом дернем? Ну, давай задом. Или объедешь? Ну, так, наверное, объеду. Ну, вы ж меня знаете. Так ты я уже прикрепил бы как-нибудь. Так я его домой не заношу, знаешь почему? А мне стыдно, это же за волю к победе, видишь, и все. Это он не доехал до финиша. То он тут и ездит. Да, а если вот так на улице просто, оно уже вот. Ну да, или правда, когда накидушку куда-то сделать хитрую. Оно уже держит. Благодаря вот этим вот штукам, которые ты где-то спрятал. А? Так держится, это? Ну, отпадет, ничего страшного. Цепок же не стреляет, как трос. Вот мне что понравился. Это шаклы, да, называется? Да? Шакл. Что? Шакл называется. Я не знаю. Ты что, на военной фаре меня до сих пор это. Фароискатели. Да, фароискатели. И фароискатели, все и работает. Вот эти штуки. Кроме, у меня просто яши. Кроме мотора, блядь, все работает. Да сейчас все заработает. Да вот давай, посмотрим. Ты что, давай ты его как-то вязать, так. Для военных ничего не жалко. Слушай, а что это у тебя за бантики такие? Почти ДНР-ские. Это, блин, этот был новогодний такой венок. И на нем тут были, блядь, и Деды Морозы, и что хочешь, только все поотпадало, кроме бантиков. Может и тут на два завязать? Чи достаточно? Да достаточно, я и рельсы вытягивал, полностью 30 кг земли вырывал. Да? Угу, именно вот этой штукой. Что, пробую? Ну да. У меня ж сигналы. Да ты кричи. Я буду фароискателями моргать. Да садись давай. Или вот чище. Да ладно чище, я тоже. Да. О. Че? Или нет? Сань, что, отвязались? Да? Да? Что, тогда ты тяни, да я буду назад потихоньку, да? Сейчас, назад, слышишь? Давай. Все? Сейчас. Хорош! Ты что, на свет сразу комаров налетела куча. Уйма комаров. Ой, сейчас. Ой. Сейчас, вон, тихо. А где отвязалась? У него. А, у него? Алло. Да не, я поехал на заправку и, блин, поломался. Сейчас уже меня дёрнут. Да. Да. Что, думаешь, выдержит вот так, да? Ну давай пробовать.
Ну ты хоть вторую там, че, что там тыкай. Аккумулятор посадил соседа. Вот и все. Военные спасены, могут ехать на АТО. Пошел заряжаться. А можно его подкрутить в таких условиях? Что у нас? Не, ключи только надо. Саня, есть на 12 ключ. Я что-то не понимаю, но все ж крутится, видишь, вращается. Ему это самое, под нагрузкой он все равно проворачивается. Недостаточно оборотов. Так надо лом тогда, да, какой-то, давить его сейчас. Пойди, он руками должен пойти. Хотя, что там ржавчина? Ремонт на ходу, ночью, в полевых условиях, ну как обычно. Единственное счастье УАЗика, что он ремонтируется любой ковырялкой в поле, всегда. Все, ну по звуку как есть, да, что вырабатывает. Блин, я начинаю скучать за УАЗиками. А Саша гад на прокат не дает. Как у меня взять, так берет. Просто у него же с позвоночником проблемы там. Я думаю, он не должен сейчас лететь, понял? Хотя у него москвичевские сидушки, понял, ему прикольно. Что? Да, обгоняем! Он говорит, обгоняем. Андрюха делает маленький тракториал. Хорошо иметь джип. Не надо ждать, когда машины проедут. Потому что там все заблокировано, так сказать, заблокировано почти.